Продолжаем выпуск. Мероприятия, посвященные предстоящему весеннему празднику Наурыз, провели в городской библиотеке имени Ивана Шухова. Посетили его ученики литературно-музыкального клуба «Сана» и детского клуба сказок «Секрлы Казан». Юным гостям рассказали о национальных играх и традиционных казахских обрядах. Диана Салихова с подробностями. Бесыке Салу – это традиционный казахский обряд, связанный с появлением ребенка в семье, когда малыша в первый раз укладывают в бесык – колыбель-качалку. Провести обряд дается самой почетной женщине, обычно бабушке. Сегодня эту роль исполнила Раушан Калиева. Я сама вырастила 8 детей, всех также укладывала в колыбель. Есть 17 внуков, один правнук. Ребенок, лежащий в кроватке, будет спокоен и здоров. Сон у него крепкий, безмятежный. Сначала колыбель нужно подготовить, окурить дымом, изгоняя злых духов. И только потом бабушка кладет своего внука в колыбель. Затем накрывает семью вещами, а сверху кладет узду и нагайку, чтобы он был хорошим наездником. Каждый шаг бабушка объясняет подрастающему поколению. А пока малыш засыпает в колыбели, ребята учатся играть в национальную игру «Бесасык». Основная цель нашего мероприятия – это дать детям, привить нашим детям традиции и обычаи нашего народа, которые продолжаются из века в век. Кроме того, мы хотим воспитать любовь к своему народу, нации, родному краю. Также призываем наших детей интерес к чтению, ну и, конечно, показать преемственность поколения. В честь предстоящего весеннего праздника в библиотеке также организовали книжную выставку. Диана Салихова, Азамат Баймукан. Итоги дня.